В проекте «Предприимчивая школа» Ван Алина Коль участвует с 2006 года. Цель проекта – развитие предприимчивости, инициативности. Один из ярких примеров результата работы в проекте – изготовление 400 подушек к празднику города. В этом году в нашей школе проходит уже не первый, это уже третий фестиваль школьных проектов, которые учащиеся под руководством своих преподавателей реализовывали в течение этого учебного года. Ежегодно каждый класс в обязательном порядке, не потому что мы в первую очередь их обязали, а потому что это действительно очень интересная работа. Ребята вместе со своими руководителями, или учителями-предметниками, или классными руководителями проводят различные проекты по тем темам и в тех областях, которые наиболее интересны детям. Вот в этом, наверное, и заключается основная идея предприимчивой или инициативной школы. Ведь предприимчивость имеет отношение не только к предприятию или предпринимательству, это не только получение прибыли, а это в первую очередь уметь выразить свои идеи, претворить их в жизнь и привлечь к этим идеям как можно больше людей. Вот сегодня у нас на нашем фестивале было представлено более 10 проектов, учащихся с 1 по 9 класс. И весь этот фестиваль завершился таким семинаром-практикум, который мы назвали «Притвори свои идеи в жизнь», цель которого была поделиться нашим опытом, не очень, может быть, богатым, но на наш взгляд полезным для других, рассказать о том, как мы жили в этом проекте, что мы делали, и дать возможность другим учреждениям нашего города и гостям, сегодня у нас были гости из города Раквера, из Ракверской гимназии, попробовать написать и, возможно, в дальнейшем осуществить какой-нибудь из этих проектов. Сама идея этой предприимчивой школы заключается в том, что учащиеся, проявляя свою инициативу, сами планируют эту деятельность, сами ее проводят и подводят итог и разрабатывают планы на дальнейшую жизнь. Вот если кто-то хочет присоединиться к нам или узнать о том, как это сделать, добро пожаловать, приходите. Мы всегда рады рассказать о том, как мы работаем и, может быть, получить от вас какие-то новые идеи. Уже сейчас школа работает над новым проектом «Сделаем школу лучше своими руками», который поддерживается и Давировским центром предпринимательства ЕАЭС и Силамейским городским управлением. Ямочный ремонт по договору с фирмой, которая должна осуществлять работы, завершился 24 мая. Однако работы на дорогах города еще продолжаются, но уже по другой технологии. Трещины и ямки заливаются битумной смесью и засыпаются щебнем. Будем надеяться на то, что дороги будут приведены в порядок в скором времени.